Малышка ты моя. Блин, открываем. Ты понимаешь, что тут все дорого? Даже рарки это дорого. Ладно. Все, давай, получай. Мальчик, сломальчик. Пожалуйста. Все нормально. Я принимаю. И доброго времени суток, мои уважаемые подписчики, и прямо сегодня с вами Кент 100 СМИ и ТикТак 3 СМИ. Поздоровайся. Рёшки, всем привет, у тебя огромный маленький... Да, у меня огромный, братик, у меня огромный. Короче, брата, что мы сегодня будем делать? ТикТак очень бедный. О, братик, что у тебя с пальцем? Расскажи, как ты ковырялся в каком месте. Братишка, у попку засунул. Пришлось вот такую вот штучку. Пришлось врачей вызывать, братан. Поэтому никогда не засовывай у тебя пальчик туда, куда не надо засовывать. Так, дядь, ты знаешь, что сегодня будем делать? Пальчик засовывал в попку кенту. Что же мы прям сегодня будем делать? Мы открываем удаленные кассики. И все, что выпадает, мы подарим. Вот смотри. Мы подарим! Кармашечку надо в карман! ТикТаку подарим! А это просто рабело! Ребята, прожмите лайк за это, если вы тоже не любите отдавать свои скины, как и я. А что так мало ки... Хочу чувак, слышишь, ты знаешь, что тут падает с дроп? Ты посмотри, хеллпаки. Тут даже знаешь, что есть? У тебя же челюха слетит, братва! Немалыш, кассик! Ооо! И там можно авик тиха выпить, реально? Дядь, тут можно выпить все что угодно! Играем, я готов! Все. Так, смотри, договоримся, если я не выбиваю из этого вот кассика авик тиха, этот пальчик еще раз в попки у тебя залетает, хорошо? А потом он залетает тебе в ротик. Договорились. Ну что, пинчуганчик, братик, давай так. С чего мы начнем? Ну, слушай, давай для разминочки с чего-то слабенького такого было, чтобы постепенно нарастало. Давай. Ладно, чувак, давай так, окей. Покажи-ка чуть ниже. Не, чувак, ты не посмеешь. Ой, не в ту сторону показывает. Не, чувак, не Немо. Куерс, родной! О, я думал, ты Немлес хочешь. Ну ладно, дядь. Слушай, Немлес был, если будешь выпендриваться. Давай так, смотри. Если я из этого кастика вбиваю себе калашик, либо авапку, так уж и быть, пап, пальчик в попку наполовину засовываю. Да, это можно, в принципе, без кастика засунуть. Ладно, все, так, ты готов? Напоминаю, все, что я вбиваю в этом симуляторе, я даю ТикТаку в реальном стендофе. Погнали! Даю в рот! Ой, чувак, пожалуйста, пойди. Нет! Это был... Давай, клади. Все, чувак. Фу, чувак, ты ненормальный, ты не в реальный стендов. Блин, ты знаешь, он стоит 8к. Блять, по пальцу. Сколько? Ой, дорогой, ты моя готовность. Это тильт, это тупо тильт. Запрос, ставлю 7200. 0-0-3, готов. Готовься, 3-2-1, поставил 7200, давай. Ой, чувак, ты видел? На 100 тут уже перепился, на 900 поставил быстро. Блин, мы же могли фейку слить. Фух, ладно, ребятки, а мы идем дальше. Братва, посмотри ТикТак, он записывает, что ему должен слить. Своим пальцем сломанным записывает. Потому что вы же поняли, мы вначале открываем все кассики, а потом сливаем ТикТаку. А ТикТак уже строчит. Дядь, там всякий случай еще на бумажке напиши. Я записал. Так, авик ТХ. Так, чё, что дальше открываем? Так, ну, слушай. Ну, давай. Чё-то скромненько, надеюсь. Винтерфан, 2022. Слушай, не бойкий? Дядь, тут всего лишь-то 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ножей. Это всего лишь-то. Да, я тебе показываю методику буста. Смотри, палец видишь? Пальчик сломальчик. Пальчик братальчик. Открывай. Давай. И нам выпадает. Ну это можно не сливать, ну согласись. Ладно, это подписчикам на розыгрыш. Это как обоим, все что дешевое подписчикам, все что дорогое себе. Что? А за такое мы открываем Хэллоуин стикер пак. Не понял, да ты что, за сну уехал? Мужик, ты нормальный? Смотри, давай так, вот реально, договоримся, нажми открыть. Если с Хэллоуин стикер пака, надо подать голоску. Ты приезжаешь ко мне в гости, как хочешь. И даю вратампус тебе. Нет, это палец. Не, вратампус. Я приезжаю к тебе в гости, дядь, и просто беру. Так, мужики, это не семейки, это шорты, если что, это шорты.
Покажи, покажи, встань. Ну чего? Это шорт. Чего? Ты в трусах? Ты в трусах снимаешь, чего? Ты, чувак, не бывает трусов до колен. Тебе не стыдно? Тебе не стыдно? А у тебя, подожди, у тебя стал? Покажи. Ты покажи. На кир, этот самый, на этот, на хэллоуинский кирпан. Покажи. Чувак, у меня встал на клоуна. Ну покажи, ну реально, мужика, что тебе не встал, чтобы я сдал. А, не стыдно? Ну честно, ну покажи стояк, ну реал. Кен, что ты плачешь? Я нищий из-за таких видео, как ты. Я не знаю, что мне делать, куда зайти? Почему? В смысле, алло? Что такое? А есть предложение залететь на булдропик? О, тем более я слышал, то, что там добавили новые кассы запретные, там добавили новые контракты, с которых падает топовый дроп. Там прям такой дроп, что нереально выйти минус. И самое главное, братик, мы дарим подписчикам небольшой подарочек прямо сейчас над нашими головами. Вводи секретное слово и забирай свой приз. Я пошел играть! На счет три начинаем. 1, 2, Продал. 3! Погнали, погнали. Чувак, а сколько будет 150 плюс 150? Ол, сколько? Нет! Фу, чувак. Это было бы. Я использую возможность переоткрыть. Ты еще раз хочешь колпак? А, там еще один есть. Чего? Давай сразу еще один. Подожди, а ты записал, чувак, что я должен купить? Вот гости. Не, раздача подписчиков. У меня еще 2 хеллпака. Так, братва, подписываемся на мой ТГ, там все будет, там будут розыгрыш этих скинов, которые тик-так не заберет. Так, все, дядь, готов? Давай, смотри, сейчас. Куда без буста? Чувак, надеюсь, рарка выпадет. Ес! Это без буста! Ты должен новый докупить за такое. Да там уже есть, чувак, там есть уже еще один хеллпак. Чувак, смотри, это ты. Чувак, это ты с утра, смотри. Перед стримом. Когда я в толчке. Ладно. У меня просто нету слов. Ты сейчас. Чувак, не могу выпасть что-то подешевле. Жди, запросик будет косарь. 3, 2, 1, запрос стоит и сливается. Получай. Слил. Спасибо, моя малышка. Так, все, чувак, погнали. Еще один хеллпак. Куда? Подожди, его на потом. Его дорогой. В смысле на потом? А сейчас что? Дорогой. А сейчас Project Zone 9, родной мой. А где? А, вижу. О, чувак, тут М40 можно выпасть. Это ГП. Опа-па, малышечка, ты моя. Густик на М40 делаем. Быстренько. А когда ты говоришь, малышечка, ты моя, ты между... Своего дружка? Нет, я тебя. И твоего маленького дружка. Стой, хочешь, я тебе покажу тактику, с помощью которой реально можно убить М40. Ну давай. Делаешь вот так вот. А вот так вот рот еще. Вот здесь вот, вправо. Смотри, поближе ко мне. Не, ну реально. Не, ну покажу один раз. Я тебе сейчас смотрю. Чувак, за это я тебе тоже там на! Чувак, а рот нельзя закрывать. Чувак, я тебе сейчас второй палец засуну, сам знаешь куда. Ладно, все, погнали. Давай, все. Поехали. Ты на М40 не пропустил. Да, чувак, ты уже быстрым штук 5 сделал, он тебе все равно не выпадет. Блин, это все равно дорого. Сатрек, блин, не сатрек, а скажал. Чувак, ты слушай, не наглей, ну так что ты уже галдишь. Я записываю, 40 минут. Чувак, записывай, чтобы не забыли. Сколько? Ой, блин. Все. Дядь, запросик поставил? Да. Я ставлю 590, готов, скажи мне, пожалуйста. Да готов, давай быстрее. Поставил, снимай. Радуйся. Давай, слушай, вот давай рандомно один откроем. Вот так рандомно. Ну, стой, я сейчас закрою глаза и куда тыкнул, то ты откроешь. Давай, все, понял. Открываем. Открыли. У меня полруки не было, это не считается. Чувак, и тебе вы... Да, блин, да ты лакер! Это же дешман. Не, чувак, в смысле дешман, ты стоит где-то 30 голды. Сколько? Чувак, 30-ку! Сколько? Да ты что, офигел? Сколько? Ладно, малышечка, ты моя дорогая. Давай, выбирай, что хочешь дальше. Немли... Ладно, шучу, попозже, наверное, если откроем. Ладно, малыш, давай, Winter's Fun 2022. Никогда. Плохо, ничего не выпадет. Я думал, скажешь, никогда не открываем. На счет 3, дело пусть на твои любимые скины. На твои самые любимые. И тебе выпадают, родники, ты мой. Блин, он другой. Чего? Last Christmas, I give me my heart. Ого, чувак. The very next day, you give me the way. Имба. Ого, чувак, ты в английский знаешь? Бро, я не знаю, это я просто на угад сказал. Поехали, следующий. Давай, чувак, давай, Rival. Ну реально, вот немножко расслабь, немножечко. Ну чувак, ладно, для подписчиков открываем. А для подписчиков, чувак, М40 бегал. Даже если дроп топовый будет, будет все на говно. Ну что это, чувак? М4 Grand Prix.
Чувак, это вообще... твой скин. Подписчики мечтают о таких скинах, а ты их обесцениваешь. Это имба, чувак. Это имбулечка. Так, ну что, дядь, что откроем еще? Ладно, давай так, хорошо. Space Vision кассик, видишь? О, чувак. Блин, ну тут так много аркан. Тут пол касса аркан. Подожди, куда? Я сказал Space Vision кассик, видишь, хотел сказать, я его не открываем. Ладно. Нет, чувак, это было. Что, нормально? Я принимаю. Ты в рот принимаешь! Всего лишь на 1,5 костыря. Давай, давай, малышечка, ставь быстрее. Давай. Чё, сейчас стою по полу. Заказать. Да всё, давай, получай. Ага, смешно тебе. Благодарю. Давай фастом один Нью-Е Интерпати 23. Ну давай. Фастом, чисто, без буста, поехали. Блин, чувак, я заметил, когда без буста тебе падает лучше дроп. Нет! Сюда! Давай, малышка, давай, да, покупаем. На рубли хотел дешевле купить, слишком много, да? Все, чувак, давай, 0-3. Раз, два, ставлю. Получай. Получай. Слушай, тебе смешно, мне чуть не очень. А мне нравится. Ну и что мы дальше открываем? Ладно, мне нужен срочно Gold School, который стоит миллиончик. Слушай, а тебе в ротик не надо, чувак? Слышишь ты, Gold School, давай открывай бегом. Иначе сейчас, слышишь, открыл, сломаю твой аккаунт. Нет, чувак, только не это. Блин, реально выпал? Давай, поехали. Слышь, а ты можешь мне подсказать, сколько будет 301 минус 1? 3 и 2 нуля. Имба на розыгрыш подписчикам выпадает. Нет, чувак, точно подписчикам на розыгрыш? В Телеграм? Конечно, в Телеграм. Ладно, базаразира. Так, чувак, ну что дальше? У нас остается еще 2 years и куча еще других кастиков. Да, о, New Year 2020. Вот это вообще будет офигенный кастик. Блин, смотри, чувак, он очень дорогой. Он знаешь, какой стоит? Он 2500 стоит. Вот это имба. О, нет. Давай, малышка ты моя. Блин, открываем. Ты понимаешь, что тут все дорого? Даже рарки это дорого. Ладно, все, готов? Малышечка ты моя, просто открывай. Просто слышь, чувак, без вопросов. Ты что тут с себя разговариваешь? Без вопросиков открываем. Хэштег усач. Или мне рассказать главный секрет про тебя и твои усики. Слышишь ты, усики? Еще раз слово скажешь, мы сейчас откроем немрисов 20 штук, ты понял? Монтажер, добавь усики диктаку. Открывай немрис, заходи на немрис. Не, чувак, ты пошути, ладно, монтажер убери. Ладно, поехали, давай. И тебе выпадает внимание, и тебе... Юс, писал голд, нет, это косарь где-то, хабэлла! Чувак, это вообще косарь. Косарь это фигня, там могло 20к выпасть. А, чувак, слышишь, ты там не обнаглел? Чувак, да. Еще есть 2 years, New Year, Nameless. Ё-моё. Да чувак, прекращай, ты уже... Блин, эпики по 900 голды. Где такое видано было? Сливаем, дорогой мой. Сливаю. 3, 2, 1, нажал. Давай. Слил. Ха, хорошенький мой, спасибо. Давай, смотри, давай фастом откроем 2 New Year 23. Два фаста. Давай. Фастом. Блин, чувак. Раз! Как грамм фастом тебе все время везет. Пожалуйста. Чувак, мне всегда везет, поверь. Да, рарка! На розыгрыш подписчикам! Yes. Имба. Не, ладно, чувак. Сейчас тоже, кстати. Не, чувак, ножа не будет, говорю сразу. Кто? Тебе уже теперь 2 хватит. Да нет, это трындец. А это дорого стоит? Это вообще трындец. Отсутствие статреки падают вообще или нет? Да, но очень редко. Блин, капец. Так редко, что ни разу их не видел. Давай, закрываем. Ладно. Еще чек стикербаг еще. Есть. О, давай его. Давай стикербанк, чекай. А там чувак, ты вот Metal Red! Блин, чувак, мегалды не хватит, если выпадет. Пусть 3 раза на Snow Queen и открываем. Ага. 3 раза. Раз. Раз. Два. Раз. Три. Куда? Мисклик. Куда? Давай, и тебе выпадает. Блин, чувак, это все равно дорого, это 800 голды. Чувак, тут это трындец, я мог выбить 700к. Ладно, давай, поехали дальше. А мы открыли Новый год, а сейчас мы откроем Хеллпак. Вот это будет, или у нас уже нет его. Да мы уже открыли, чувак, я же забыл. Ладно, ты не могли. Ну, да я хочу себе еще авапу выбить. У меня скалашек уже есть. Да чувак. Ну ты вообще нормальный? Давай. Еще скажи буст сделать. Ну конечно, 2 раза. Если ты сделаешь 3 раза, если 3 раза буст сделаешь, то ты ну болимый. Оп, ты 3 раза сделал, ты ну болимый. Чувак, ты все равно не выпадет. Где не... Да!
Да блин, ну все равно дорого! Ты ёханый бал! Не-не-не-не, она там голды 500 стоит вообще. Не, чувак, она стоит где-то в районе косаря. 500 голды стоит. Да блин, чувак, это слишком дорого. Не, чувак, ну ты когда уймёшься? Чё тебе такой дроп-то падает? Давай, покупай. Полтора косаря, это тип. Без базара. Так, закуп ставлю. Давай, братик. 1420, готов, скажи, пожалуйста? Да готов! Заказать! А что? Давай! Ну-ка! Ой, ты мой хорошенький, спасибошки! Assistance Classic! Ой-ой-ой, это сверху! Ой-ой-ой! Чувак, помнишь, там 4 предатора, как мы их бустили? Вот были времена! Помнишь, как нам потом все желали, так сказать, всего плохого после буста? Поехали, родной, поехали! Поехали! Блин, надеюсь, сейчас не выпадет там 4 предатора. Спортик, либо ножик, ну-ка! Спортик! Аурейд выпал! Аурейд! Аурейд версия с Алиэкспресс! А давай мне дико лоурить-то. Ага, конечно! Чувак. Слышь, ты не наглей, чувак, я сейчас братам бы сдам. Я говорю сразу. Ты не наглей. Слышишь, это не наглей ты тоже. Так, давай этот. А что ты там прячешь за касик снизу? Ну-ка. А что там? Ну-ка, покажи-ка. Покажи-ка. Не, я открываю. Рядом с Теблисом, давай вот тут откроем. Но пуст на Винтерспорт один раз. На АВМочку. Да блин, чувак, она стоит дороже, твоя жизнь. Ты вообще нормальный? Слышишь, ты! Какая жизнь? И давай, тебе падает? Да блин, смотри. Это очень дорого. Очень дорого. Блин, чувак, а ты все не уймешься. Второй USP Sunkold. Давай. Блин, этот подороже на 10 голды, чем предыдущий. Давай. Заказать 850. Нажимаю заказать, нажал. Давай. Слил. Спасибо. Пожалуйста. Осталось 3 касика. 2 дешевых и 1. Ну как дешевые? Это все дорогие. Открываем. Давай это, да. Этот фастом открываем. Чувак, фастом. Сколько тут ракан, этого было. А, ты что, на это, на главный нож. Ой, ой, на розыгрыш. На розыгрыш подписчикам. Пацаны, все в телеге будет. Ну там где-то уже суммарно будет 1000 на 2. Но, пацаны, советую подписаться. Больше того же. Так, чувак, Винтерфан. Давай, чувак, а потом Немлес. И потом Немлес, нет. Здесь есть эмочка. И тебе падает. И дрить мою белую колбаску. Нормально. Сотрек! О, чувак, сотрек впервые в жизни. Он стоит где-то 30 голдишки. В честь этого киргот сливаешь, согласен? А твой разве что. Ладно, я боюсь. Ой-ой-ой. Чувак, ты понимаешь, прям сейчас ты можешь получить 100 голды. Я не шучу. Фу. Давай, я готов. Ты готов? Я готов, поехали. Все, готов? Три. Три. Два. Два. Один! Давай! Нет, пожалуйста, подешевле! Пожалуйста! Фух, чувак! Лезер выпал! Чувак, слышь? Ничего ты налый! То есть 20к голды для тебя пыль? Чувак, там могло 100 выпасть! Чувак, 20к! Ты уже зажрал! Тише, пошли сливать! Погнали сливать! Чувак, кармашечка открывай. Чувак, я тебе сейчас в кармашек ногу засуну. Да, Белла. 3, 2, 1. Заказать, давай. Сюда. Блин, пацаны, какой тиль. Спасибо. Ну что, уважаемые подписчики. Я больше не буду так искать подобные видео, потому что я, к сожалению, стал нищим. Ты был нищим, а стал еще больше. Прожмите лайк, подпишитесь на мой канал. На Телеграм там розыгрыш большой, вы уже поняли. С вами был ваш нищий. Нищий? Я тупо, беднее меня никого нет. У меня уже 1000 голдишки на балике, посмотрите. Нищий Кент Пеппа и мистер Тик-Так. Слышь, ты я Пеппа не называю. Врадал. Взаимно. Заблокировал, дал ответ. Все, почти. Всем удачи, всем пока. Пока.